Качели, горки, карусели для малышей и тренажеры для ребят постарше. Новую площадку детвора атаковала сразу же после ее открытия. Еще бы, игровой комплекс яркий, современный и безопасный. Именно о таком мечтали жители Черницка. Желание свое воплотили в реальность. В обустройстве территории приняли самое активное участие. И вклад внесли 35 тысяч, и документы совместно с муниципалитетом подготовили. Данный проект является очень значимым для жителей любого района или места, где такие проекты осуществляются. Потому что я думаю, что каждый хотел бы, чтобы у каждого возле двора или рядом на улице были такие прекрасные площадки для игр детей. Игровой комплекс появился благодаря краевой программе поддержки местных инициатив. В ней администрация поселка старается участвовать ежегодно, ведь это хорошая возможность обновить инфраструктуру, дороги, освещение, площадки. У нас вот в этом году из 5 заявок, которые мы подавали в прошлом году, 4 будет реализовываться, ну вот в том числе вот данная детская площадка. И на следующий год мы планируем также подавать 5 заявок, ну, документы уже собираются. Параллельно с краевой программой муниципалитет поселка подает заявки на участие и в городской по инициативному бюджетированию. На ее средства в Черницке обновили 2 дороги. В планах построить еще одну, как раз рядом с открывшейся детской площадкой. Елена Макаренко, «День с толком».